друзья, посмотрите, вот такая вот крыша. Вот наш домик летний. Стоит уже вторую зиму, третий год стоит. Она будет стоять. Так что, если кто-то планирует строить шалаш, соломенную крышу, ну, не знаю, ради интереса просто попробовать. То есть у меня это просто был экспериментальный проект летнего домика. Интересный такой вариант. Так что крыша держится очень долго, она не промокает, если правильно ее сделать. Также я видел проекты таких крыш, делают на беседках, на летних. Можно также делать на каких-то сараях, навесах. То есть очень интересный вариант. А единственное условие, это, конечно же, накосить или купить сено. Сена уходит много, реально много. Так что надо иметь или свою технику, быть заядлым косарем, или где-то это дело приобрести. Всем пока!